А пока к другим темам дня. Началась эта рабочая неделя так же, как и закончилась предыдущая, с громких отставок. Еще три чиновника Иркутской мэрии освобождены от занимаемых должностей. Трудовые договоры с ними расторгли досрочно. Все три чиновника занимали высокие посты и были заместителями мэра Иркутска. Это председатель комитета по социальной политике и культуре, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и председатель комитета по градостроительной политике. О причинах увольнения пока не сообщается. Напомним, минувшую пятницу были уволены один из вице-мэров, заммэра по бюджетной политике и финансам и начальник хозяйственного управления. Сделано это было после детальной ревизии деятельности городской администрации.